Всем привет! Сегодня у нас 26 июня. Меняем измельчитель. Привезли такой вот измельчитель с Ростова. Торнадо. Производитель город Омск. Сейчас вот свой снимем. Капот уже открутили. И будем пробовать монтировать это. Поставили вот измельчитель, осталось шкив поставить, натяжитель, приводится он одним ремнем, но шкив пока некуда ставить, отдали алюминиевый корпус заварить лопину, поэтому это будет перед уборкой запуск, скажем так, прогонка комбайна. Так, вот тут, если видно, да, видно, ножи вот так у него тут устроенный. Щиток получается это где-то в среднем положении, ну можно чуть-чуть выше поднять, это полностью опустить. Так, это вот сейчас попробуем. Это вот так вроде как он солому должен в валок ложить. Ну там он видно, как после кукурузы нас клавиши побило. Вот хрен его знает, с этим будет так же или нет. Вот такой вот измельчитель. Наш уже, в общем, перестал удовлетворять, особенно на свои как-то. Можно еще сделать. Но там тоже надо ножи уже менять, противорежущие. Так, ну потом перед сезоном запустим, поглядим. Он получился у нас даже как-то компактней, чем тот старый измельчитель. Теперь будем глядеть, как он в работе.